господа, просим вас встать, звучат государственные гимны команды. Государственный гимн команды Израиль. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthems. The national anthem of Israel. Добрый день всем любителям футбола, с вами АБФФ ТВ. Мы ведем прямую трансляцию с матча Кубка развития 2020 года. За этой встречей вместе с вами будет наблюдать комментатор АБФФ Павел Быков. Смотрите нас на YouTube, смотрите нас на сайте Федерации футбола abff.by. Ну что ж, давайте познакомимся с составами команд. Итак, Исландия и Израиль. Начнем мы все-таки с состава исландцев, поэтому вашему вниманию. Номер первый в воротах — Пальмер Рафн Аренбьерсон. Именно он сегодня на последнем рубеже у исландцев. Далее. Номер четвертый. Биргер Стейн Стирмисон. Номер пятый. Карл Даниэль Александерсон. Номер шестой. Логи Храфн Робертсон. Номер седьмой. Гудмундир Тирфинсон, он же капитан команды. Номер восьмой. Кристиан Нокки Хлинсон. Номер девятый. Даниэль Дейен Джурин. Джурич, простите. Номер 10. Хакон Арнан Хадрлсон. Номер 11. Ори Стейн Оскарсон. 14. Торнстейн Аарон Антонсон. И номер 15. Арнар Нуми Гисласон. Главный тренер команды — Давид Снори Йонасон. Итак, прямо сейчас на ваших экранах команды фотографируются.
Ну а мы продолжаем. Теперь добираемся до сборной Израиля. В воротах номер 18 Нир Двир, номер 13 Элай Шафикин, номер 4 Ариэль Белсон, номер 5 Рон Шейхов, номер 6 Элай Мадмун, номер 7, он же капитан команды Авив Канарик, номер 9 Эбрахим Бадер. Кстати, именно Эбрахим с двумя забитыми мячами до, по крайней мере, момента матча с Таджикистаном, который, к сожалению, я не знаю, кто именно там забивал, но закончился победой сборной Таджикистана над Грузией 2-1. Пока Эбрахим Бадер находился одним из лидеров, был чемпионата бомбардир. Лучше. Пока у него два мяча. Посмотрим, как будет дальше. Номер 12 Исмаил Сабох. Номер 14 Йонатан Пас. Номер 16 Анар Эшманди. И номер 19 Абу Ях Мохаммед. Главный тренер Салем Хасарми. Удалось пообщаться, к сожалению, перед матчем только с тренером сборной Исландии. Частенько мы говорим о том, что на таком турнире зажигаются новые звезды. Кто-то уже приезжает в статусе довольно продвинутого для своих лет футболиста. В данном случае можно отметить, конечно же, вратаря сборной Исландии, от которого сегодня многое будет зависеть. На данный момент он защищает цвета английского Вулверхэмптона. Кроме того, просили обратить внимание на восьмерку. Господин Хлинсон, если можно так назвать этого юношу, на данный момент он... игрок Аякса, небезызвестный. В сравнении с израильтянами, конечно же, больше игроков исландцев находятся и играют в других чемпионатах. Здесь вам и Митюланс, Дании, здесь вам и Вулверхэмптон, о котором мы уже говорили об англичанах. Здесь, конечно же, и Голландия. Все игроки сборной Израиля представляют национальный чемпионат. И вот мы видим первое стандартное положение. Исландцы, попытка удара вперед на ближнюю штангу, не получилось там. Борьба на втором этаже. Хороший заброс. Здесь отскакивает от девятки мяч. Не смог Джурич добраться до мяча. Именно он сегодня на острие атаки. Если можно так выразиться, да, натурализованный, конечно же, он исландец. С такой, наверное, все-таки ближе к хорватскому звучанию фамилии. И вот уже Израиль на левом фланге. Идут активно вперед израильтяне. Первый опасный момент. Можно бить. Есть. Итак, на ваших экранах был Анар Эшманди, именно он сейчас наносил удар с левой, но на месте вратарь Вулверхэмптона Пальми Рафан Эренбьерсон. Обменялись команды опасными моментами, вот такая разведка боем сразу с места в карьеру. Здесь можно понять, потому что для сборной Израиля матч решающий после того, как сборная Таджикистана одержала победу. Именно они являются лидерами, у них 6 очков и 3 матча сыграно, а вот... сборная Израиля играет свой третий матч, пока у них 4 очка в запасе. Соответственно, подопечным Салема Хасарми нужно обязательно победа. Без этого никуда. Иначе перспективы побороться в финале, в турнире, конечно же, не просто станут призрачными, а исчезнут как таковые. Частенько включает, вот на первых порах видим, что левый фланг включает сборная Израиля. Не было здесь положения вне игры, вовремя остановился номер 10. Это был Харльсон. Белсон играет на 12-го на Сабоха и включает в игру вратаря Нира. Нир налево, и вновь мы видим, как через левый фланг пробует построить свои атаки сборная Израиля. Канарик. Сильный перевод направо. Бадер здесь скидывал на своего коллегу по команде. Скидывал неудачно, не получилось. Высоко прессингует сборная Израиля. Никуда сборная Исландии не торопится. Немного меньше сегодня болельщиков, но это можно понять, потому как рабочий день, да и следует признать, наверное, все-таки исландская диаспора в Республике Беларусь, если, конечно, и имеется таковая, вряд ли представлена многочисленным количеством представителей. А вот представителей Израиля довольно много. Насколько я знаю, даже были специальные приглашения. Некоторые израильские общественные организации приглашали поддержать соотечественников здесь на турнире. Но, опять-таки, рабочий день. И поэтому присутствуют, конечно, и таковые. Но пока и не в большем количестве. Чего нельзя было сказать о матче Грузии и Таджикистана, который закончился около часа назад. Сильно вперед. Первым все-таки были исландцы на мяче. Можно бить. Блокируется удар. Джурич его наносил, но удар заблокирован. Ох, неплохо. Вы посмотрите на этого парня. Что творит десятка? Ох ты. Харальдсон.
показал личное мастерство, в итоге пробил, но вратарь на месте. Нир этот мяч фиксирует и вновь через левый фланг строит свою атаку сборная Израиля. Так вот, возвращаясь к болельщикам, огромное количество представителей Грузии и Таджикистана было здесь, причем людей очень разных, начиная от студентов, заканчивая представителями дипломатического корпуса, приехали поддержать ребят, что, конечно же, не может не радовать, но я думаю, что в финальной части, когда мы доберемся до финала, будет поинтересней. Исландцы, хорошая попытка, покидает мяч в пределы поля. Гислосон там. Хорошо, так интересно, поборолся с Белсоном, в итоге ударил в него, но обратно ему отскочил мяч, и от него покинул пределы поля. Нир вводит мяч в игру. Сложно пока отметить какую-то фантазию в исполнении сборной Израиля. Все всегда строится почему-то через левый фланг. Связующим звеном является номер 12-й Сабок в защите. Такой рослый защитник, цементирующий оборону. Ну, посмотрим, как сегодня ему удастся. Не было там нарушения правил, считает главный арбитр. Александрс там обыгрывал. А вот здесь, конечно, уже подтолкнули. Подтолкнул Канарик в спину своего визави. Подтолкнул он Оскарсона. Говорит голкипер, главный рефери Абуяху Мухаммеду. Мухаммед, давайте-ка отойдите немножко подальше. И очередное стандартное положение в исполнении островитян. Ох, практически выбегал Харрельсон там на визави с голкипером. В последний момент отвели израильтяне угрозу от своих ворот. Увидим мы угловой в исполнении сборной Исландии. Нельзя сказать, что исландцы удачно выступают на турнире, пока, наверное, не может главного тренера радовать происходящее. Однако не помешало это ему в этом составе привести в Минск. Давайте досмотрим, потом расскажу. Навес. Ох, в стиле Тони Кросса пытался исполнить, подкрутить этот мяч Харрельсон, но не получилось. Покидает мяч в пределы поля, сборная Израиля начинает от ворот. Так вот, в этом составе, на самом деле, сборная составлена, напомню, из игроков до 17 лет. Сейчас на поле 6 представителей Исландии, которым 16. Перехватили мяч исландцы. Капитан на ваших экранах. Ну, и все-таки первым оказывается вратарь. Интересно, интересно комбинируют, интересно играют исландцы. Хлинсон. Тот самый Хлинсон, который находится в расположении Аякса. Интересно там. Креативный. Работал в штрафной сборной Израиля. Ну, пока горе от ума. Интересно, но перемудрили. Перемудрили, мне показалось, исландцы. Но я думаю, что... Ох, какой опасный момент! Появляется здесь вратарь. Будет ли бить? Очень ошибка грубейшая. Нира на выходе, и практически там казалось, что уже шансов не так много. Непорядок в оборонительных редутах сборной Израиля чуть не привел к трагическим последствиям. Ну вот, это то, о чем я говорил в своем прошлом репортаже, друзья, когда турнир только-только начинался. Освещали мы для вас игру сборной Финляндии со сборной Беларуси. Я говорил, что, конечно, юниорский футбол более подвержен странным ошибкам, которые зачастую очень сильно влияют на итоговый счет матча. И вот сейчас только что мы чуть было такую ошибку не увидели. На отбой играет номер 12-й, Эсмел Сабох. А вот исландцы тут же бегут вперед. Не отсиживаются в обороне. Гислосон пытался сыграть. С Харрельсоном немножко не получилось. Ну... Мне кажется, пока довольно вольготно чувствуют себя представители Исландии в оборонительных редутах сборной Израиля. Ну, контратака. Шманди. Ну и в итоге через среднюю линию мяч попадает в защитника. Мы вновь на левом фланге. Снова через левый фланг пытаются строить свои атаки сборная Израиля. Ну вот, а исландцы, судя по всему, уверены в Джуриче. Потому как сильно вперед. Надежда, что удастся ему там побороться. Пускай и с более рослыми защитниками. Но пока оптимизм исландцев понятен. Несколько интереснейших атак у них получилось. Но вот привести
к голу они пока не смогли. Счет по-прежнему 0-0. Сыграли мы практически первые 10 минут. Напомню, что таймы у нас по 40 минут, перерыв по 10. Ну и количество замен целых 7 штук, для того, чтобы тренеры могли посмотреть разных игроков. На месте вратарь Исландии Арин Бьёрнсон. Никуда не спешит. Смотрит, кому можно было дать пас. Сильно вперед, туда, где Харальдсон. Джурич, Харальдсон. Джурич с мячом, сольно обыгрывает. Есть хорошая свободная зона слева. Чуть-чуть не добрался здесь до мяча Гислосон. Могло получиться очень опасно. Хотелось бы больше порядка в обороне Израиля. Так, таким темпом, мне кажется, очень скоро исландцы могут подобрать ключи к этой обороне. Нарушение правил здесь фиксирует арбитр со стороны Джурича. Ну и 10-я минута подходит к своему завершению. Интересно развиваются события этого матча. Хотелось бы увидеть голы. Я думаю, что при таком развитии событий, возможно, очень скоро мы их все-таки увидим. Сильно на Исмаэля Бадера. На втором этаже он борьбу выиграл, но слишком далеко уходит мяч. Ну и наверняка не будет его догонять Стирмисон, а позволит своему голкиперу начать игру от штрафной. Огромное количество игроков в районе центрального круга. Хороший сброс. Тирфингсен рвется там по флангу. Обыгрывает своего визави, ищет кому отдать пас. Находит Харальдсена. Прерывают эту передачу. Оскарсон был на ваших экранах. От его головы мяч убывает за боковую, и сборная Израиля на привычном и, показалось, излюбленном левом фланге начинает свою очередную атаку. Очень высоко поднимаются в прессинге исландцы. В очередной раз видим, как просто куда-нибудь подальше Исмаэль Сабох отправляет мяч. И ваут. Ваут вылетает мяч. Судя по всему, готовится замена, причем замена вратаря у сборной Исландии. Не знаю пока, что случилось, потому как только 12 минут сыграно. Будем надеяться, что с Арин Бьёрнсоном все хорошо. Неожиданно замена голкипера на 12-й минуте запланированная, очень скоро произойдет. Не знаю, с чем это связано. Исландцы на правом фланге. Включает в игру своего голкипера. Стирмисон ищет, кому отдать пас. Сильно вперед, туда, где периодически терзает оборонительные порядки израильтян Джурич вместе с Харальдсеном. Но сейчас не приносит дивидендов такая тактика проведения матча. 13-я минута. И на правый фланг находит там Тирфингсона. Сильно вперед. Харальдсон. Поборется Харальдсон. В итоге добирается до мяча, но арбитр зажигает офсайд. Показалось там. Неизвестно, было ли после этого нарушение, но офсайд был зажжен раньше. Харальдсон на газоне. И время для замены. Ну что ж, первая замена. Арин Бьёрнсон нас покидает. А появляется Виктор Ройнер Отгерсон, номер 13.
досада в глазах Хелен Бьернсона. Не очень понятна причина замены, но тренеру явно виднее. Будем надеяться, что какой-то тактический ход или желание дать игровую практику другому голкиперу. Потому как казалось мне, что травму было сложно где-то получить Эллен Бьерсону. Борьба на втором этаже. Джурич там боролся, но не получилось. И снова излюбленный левый фланг. И снова атака сборной Израиля. Через Шейхафа часто строится атака этого фланга. Такой техничный, невысокого роста футболист. Можете его периодически там наблюдать. Вот он прямо сейчас на фланге. Удачно дает пас. Сразу трое игроков Израиля могут там побороться. Было нарушение правил. Сейчас мы видим стандартное положение в исполнении сборной Израиля. Пятнадцать минут уже сыграно. Давайте посмотрим, каковы домашние заготовки сборной Израиля, что нам они продемонстрируют, есть ли что-то, чем могут удивить и нас, и, конечно же, оборону исландцев. Судя по всему, такая не то удар, не то в надежде, что кто-то все-таки доберется до мяча. Джурич сразу троих обыгрывает. Свободная зона оказывается на фланге и в центре. Туда добирается первым до мяча Хлунсен. Однако на месте обороны израильтян. И мяч перехвачен. Никуда не спешит Гислсон. Харальдсон. Джурич. Джурич сильно направо. Есть там забегание. Ох, какой зрячий навес. Однако, скажу я вам, талантливо сыграно. Видение поля этого юного игрока поражает воображение. Замечательно сыграно. Если будет повтор, обязательно обратите внимание. И идеально вырезано. Реализовано, конечно, не очень. Однако такой очень тревожный звоночек. Если таким образом собираются и дальше играть исландцы, я думаю, что результаты придут обязательно. Несмотря на то, что на данный момент, наблюдая за тем, как играет эта сборная сейчас, у меня есть вопросы, как так получилось, что пока у них нет заработанных очков в своей группе. Покинул мяч в пределы поля. Не стал его догонять Дэн Джурич. И вводит в игру мяч израильтяне. Сильно вперед, но там только защитники исландцев. Джурич покидает его мяч. Мадмон. Напаза. Пас включает Канарика, капитана в игру. Интересно, кабинет израильтяне. Есть справа свободная зона. Туда уходит пас. Белсон. Прострел в штрафную. Хорошо мог там замыкать игрок сборной Израиля. Показал, что был там удар немного невнятный. Конечно, в итоге мяч оказался у голкипера исландцев, который показывает, все в поле, ребята, буду заряжать далеко и сильно. А там уже вы знаете, что делать. Отгерсон вперед. С мячом первым встречается Робертсон. Опасный перехват в исполнении сборной Израиля. Эшманди направо. Абу Аях. Снова Эшманди. Навес. Казалось, что не увидел я, коснулся ли рукой голкипер. Показалось мне, что нет. И это будет аут в исполнении сборной Исландии. Практически половина первого тайма уже позади. Одну замену мы уже видели. Напомню, всего можно сделать 7 замен. Ну, для сборной Исландии
Еще 6. Так, пока подуспокоилась игра. Немного интересных событий происходит сейчас на поле футбольного манежа. Защитник исландцев сильно вперед. Находит он Оскарсона мячом. Гислосон. Проигрывает он здесь борьбу Бадеру. Джурич, интересно, пытается технично обыграть двух, но на месте оказывается Бадер. Здесь очень тяжело, сразу четверо, и все-таки умудрится вырезать пас. Эшманди может подумать, если мне поиграть. Выводит на позицию Бадера. Бадер прострел. Долго там о боях думал, что же делать. В итоге решение принято верное. Белсон отыгрывается в стеночку. Белсон навешивает на дальнюю. А там, как назло, никого нет. Кроме капитана исландцев. Тирфингсон сильно вперед. И мяч покидает пределы поля. Вот вам и ответ. Вот вам ответ сборной Израиля. Есть чем удивить своего соперника этой команде. Не готов пока сказать, перехвачена ли инициатива. Скорее могу предположить, так скажем, что игра все-таки немного выравнивается, и все смелее начинают действовать израильтяне. Я думаю, что здесь момент еще и того, что все реже стали включать они. Перестала игра носить некий шаблонный вид, когда играет только левый фланг. Видели мы, как и Белсон неплохо двигается справа. Последние опасные выпады израильтян пришлись именно с правого фланга. А вот опять включается левый. Заигрался здесь немножко Рой Шенхаф и потерял мяч. Была надежда, что все-таки Джурич там сможет убежать, но нет. Не дал ему добраться до мяча Исмаил Сабох и головой выбил его за пределы поля. Сыграна половина первого тайма, 21 минута сейчас идет. В первой половине этой игры пока существенных пауз не наблюдалось. Да, была у нас одна замена, но это не исключаю, что можем, если так и продолжится, можем закончить, в принципе, без времени, которое арбитр компенсирует за первый тайм. На месте Нир. Выходит на этот раз более уверенно, он действует на выходе. Помним эту досадную ошибку, которая чуть не стоила сборной Израиля обиднейшего пропущенного гола, но все обошлось. И теперь Израиль смотрится интереснее. Перестала команда действует исключительно через левый фланг. Включая здесь и справа. Здесь и Белсон неплохо показывает себе, и Шманди. Борьба на фланге. Покидает мяч пределы поля. Негодует здесь. Чем-то недоволен здесь Гудмундир Тирфингсон, капитан сборной Исландии. Что-то, дескать, высказывает арбитру. Однако главный арбитр сегодняшнего матча Руслан Лобанов не преклонен. Помню, помогают ему Владислав Дуров и Сергей Сизиков. Дмитрий Жичковский, четвертый рефери запасной. И Владимир Кузьмин, инспектор матча. Ариэль Белсон. Шманди показывает, что, дескать, давай туда сыграем подальше. Где с мячом Абу Аяк встречается. Сильно вперед. Неплохо взрывается Дэн Джурич. Периодически так наседает на Исмаэля Сабоха, но, однако, пока безуспешно. Главное, чтобы хватило запала у форварда и сил, да, еще юн, силен. Много он делает работы. Ну, здесь было явно нарушение правил. Призывает одного из игроков сборной Израиля. Подзывает к себе. Я думаю, что, возможно, мы на пороге первого предупреждения. Последняя беседа с арбитром. Рой Шенхаф. С ним арбитр пообщался. На тему спортивного поведения и соблюдения правил игры номер один. Ну и на этом пока, я думаю, что это последнее предупреждение в этой встрече.
Широко играют исландцы, находят интересные передачи. Вот сейчас капитан получил хороший такой высокий диагональ. Добрался до нее и продолжает там борьбу. Покинул мяч в пределы поля. Сборная Исландии будет водить из боковой. Сильный бросок туда на Джурича. Джурич немного, может быть, по антропометрическим данным проигрывает своим соперником, защитником сборной Израиля. Но, тем не менее, несколько опаснейших моментов его исполнения мы видели. Может ли поднести сюрприз этот форвард? Причем сюрпризы эти будут явно для сборной Израиля не очень приятными. Очередное стандартное положение. Что покажут исландцы? Навес в центр. Есть удар. Их все-таки первым оказался там пас на мяче и не дал пробить своим противникам. Клинсон, игрок амстердамского Аякса. Шехраф получает мяч. Побежит вперед. Было нарушение правил. Теперь со стороны исландцев. О том парне, который не так давно беседовал как раз-таки с судьей. Подходит голкипер к плеймейкеру сборной Израиля. Медицинская помощь Рою не нужна. Это радует. 26-я минута. Паз. Ногами голкипер выносит мяч. Однако остается мяч у сборной Израиля. И все-таки это будет угловой. Увидим угловой в исполнении сборной Израиля. Вот так команды обменялись уколами, обменялись угловыми. Давайте посмотрим, что есть еще в арсенале израильтян для того, чтобы удивить нас и изменить счет в этой встрече. Станет ли 26-я минута знаменательной для обеих команд? Разыграли израильтяне. Попытка навеса со стороны Мадмуна. Прерывают игроки Исландии. Да, было там касание рукой, отскочил мяч в руку одному из представителей Израиля. И теперь сборная Исландии. Стандартное положение. Антонсен у мяча. Туда на Джурича. Но первым с мячом встречается представитель сборной Израиля. Вот такая игра только на втором этаже. Покинул мяч в пределы поля. Последним мяча коснулся футболист Исландии, поэтому Израиль вводит из-за боковой. Ашманди. Было нарушение правил, бесспорно, прямо перед арбитром это было сделано. Нарушали на Харльсоне. Харальдсон вместе с Журичем периодически нервирует израильтян. И вот сейчас до ворот, конечно, далековато, но есть такое ощущение, судя по расстановке игроков, что сейчас будет что-то из заготовок. Харальдсон. Джурич остается с мячом. И вот такая попытка удара. Непонятно было, то ли это все-таки удар, то ли это навес в исполнении Робертсона. Но мяч становится легкой добычей голкипера сборной Израиля. И продолжает израильтяне очередную своих атак. Сабох. Шафики. Шенхав.
Перевод на правый фланг. Здесь Белсон. Белсон направо на Бабера. Навес на дальнюю. Первым там оказывается защитник сборной Исландии. Однако израильтяне атакуют вторым темпом. Канарик. Шафики. На Сабоха. Сабох находит Белсона. Белсон сильно вперед. Надеется, что-нибудь забежит туда, но не получилось. Разминулся мяч по траектории с одним из оппонентов защиты исландцев и покинул пределы поля. Сборная Исландии из-за боковой вводит мяч в игру. Оскарсон. Разжимается пружина исландцев. Бегут они в атаку. Там Джурич. Первым на мяче оказывается Джурич. Головой сбрасывает в район 11-метровой отметки. Но там никого не оказывается из коллег. Оказывается только вратарь израильтян, который отводит угрозу от своих ворот. И тут же сильно вперед. Перехватывают мяч исландцы. Робертсон направо. Антонсон возвращает Робертсону. Сразу двое игроков сборной Израиля прессинговало сейчас Робертсона. Тот все-таки смог отдать пас обратно на Антонсона. Ну а далее там семерка. Тирфингсон, капитан команды, поборолся. Так, черпачком отправляет мяч на фланг, однако там никого не оказывается. Джурич. Харальдсон. Оба оказываются не у дел. Ариль Белсон. Направо. Бебер. И здесь капитан отводит угрозу от своих ворот. Играет головой, но мяч пределов поля не покидает. Канарик. Идет соло-удар. Далекий такой удар. Были бы ворота выше в два раза и больше в полтора, может быть, он бы достиг цели. Однако мяч уходит сильно выше. И сложно сказать, что удар был прям хорош. Хотелось бы, но сложно. 10 минут мы еще понаблюдаем за этой игрой. Нарушение правил со стороны представителей сборной Израиля. Негодует здесь Оскарсон. Поговорил арбитр с Оскарсоном. Я думаю, что не стоит юному исландцу так горячо реагировать на решение арбитра. И Харальдсон сильно вперед. Казалось, что уже ничто не помешает замкнуть эту передачу Александерсону, но поздновато, не дотягивается он до мяча, и мяч все-таки разминулся с воротами сборной Израиля. Интересный первый тайм. Голов мы пока не увидели, потому как для сборной Израиля цена пропущенного мяча означает очень и очень много. Напомню, что если исландцы, в принципе, уже не питают надежд на то, чтобы сыграть в финале турнира, то сборная Израиля все еще шансы имеет. Ох, неплохо, если бы здесь все-таки встретился Бабер с мячом, было бы очень тяжело что-то придумать. Недаром этот парень один из лучших бомбардиров турнира. Пока, может быть, не самым восхитительным и выдающимся показателем в два забитых мяча. Однако, не будем забывать, что и сыграно-то всего две встречи, это третья. Джурич хорошо обыгрывает двух оппонентов, но в итоге наталкивается он на Шенхава и теряет мяч. Сабох отыгрывает с Белсоном. Белсон направо. Эшманди такой свободный художник. Периодически, видимо, то на одном флаге, то на другом фланге. Обостряет. Ох, отличный удар в исполнении мы увидели Ибрахима Бадера.
притирку со штангой, там казалось, что попадает мяч, но все-таки Отгерсон на месте, вратарь, который вышел на замену спустя 10 минут встречи, и в итоге переправляет он мяч за пределы поля, и угловой в исполнении сборной Израиля состоится на 34-й минуте. Видимо, как несколько футболистов сборной Исландии разминаются. Будет ли замена сейчас или, может быть, чуть позже, когда мы уже приступим ко второму тайму. Навесываем центральные отметки. Сразу двое защитников исландцев были на мяче первыми. Мяч вынесен. Шманди. Шенхаф. Шенхаф навешивает. Выбивает Александерсон. Шенхаф все еще с мячом. Шафики. Мадмун. Бадер. Еще 5 минут нам наблюдать за первым таймом встречи Исландия-Израиль. Белсон. Отдает направо на Бадера. Бадер будет навешивать. Очень сильный прострел. Не дотянулся до мяча игрок сборная Израиля, и исландцы ведут из-за боковой. Тирфингсон, капитан сборной Исландии, ведет мяч в игру. Было там нарушение правил. Ничего удивительного нет. Не понимаю, почему так разводит руками канарик. На мой взгляд, не нужно здесь такого делать. Абсолютное нарушение правил на глазах у арбитра. Совершенно я согласен с решением главного рефери этой встречи. Джурич. Против него сразу двое защитников Израиля. И вратарь выходит из ворот и забирает мяч. Играем дальше. Вот это Ташманди, который периодически баражирует от фланга к флангу и в центре показывается, и слева, и справа. Это Кей. Свободный художник в составе сборной Израиля. Дают ему с другой стороны исландцы играть, проявлять себя. Сабох сыграет на Белсона. Белсон получает мяч. Джурич. В атаке Израиль. Канарик. Шманди. На Белсона. Белсон переглядывается с Бадером, но получает опять Ашманди мяч обратно. Сильный перевод на Шенхава. Шенхав с пазом. И паз отдает мяч защитнику. Сабох на Белсона. Работает периодически. Много работы делает Белсон на фланге. Бадер. Шманди. Уже Белсон навешивает в район 11-метровой отметки. Все еще с мячом Израиль. Опасный выход. Умудрился здесь все-таки пробить Лай Мадмун. Однако мяч стал легкой добычей голкипера. 38-я минута. Еще 3 минуты будем наблюдать точно за тем, как идет первый тайм этой встречи. Счет по-прежнему 0-0. Сборная Исландии, сборная Израиль. Кубок развития 2020 года среди национальных сборных, составленных из игроков до 17 лет. При этом следует отметить, что сборная Исландии здесь все-таки помоложе игроки. Целая половина состава из игроков, которые 16 лет. Белсон.
Есть такое ощущение, что с таким счетом мы и уйдем с вами на перерыв. Белсон вперед, не добирается до мяча представитель сборной Израиля. Но мяч возвращают. Исландцы сыграли на втором этаже, и отскок приводит к тому, что Израиль снова с мячом, и уже все тот же левый фланг включается в работу. Шенхаф на фланге. Все тяжелее и тяжелее атаковать именно левым флангом сборной Израиля. Сильно в центр. Есть там кому поиграть. Находился там Абу Аях, но в окружении целых трех игроков было касание руки у Роя Шенхава. Поэтому сейчас сборная Исландии ведет мяч в игру. Будет ли некое время компенсировано, мы узнаем в ближайшее время, потому как 10 секунд осталось у нас первого тайма, после которого мы уходим на перерыв. Не исключаю, что после удара Одгерсона судья даст свисток на перерыв. Так и есть, уважаемые любители футбола, 0-0. Сборная Исландии играет со сборной Израиля. Интересный матч. Пока, однако, счет этой встречи не открыт. 10-минутный перерыв. Не переключайте канал, не переключайтесь на другие видео в Ютубе. Смотрите за тем, как закончится именно этот матч. Через 10 минут вас ждет еще 40 минут второго тайма матча Исландия-Израиль.
И снова добро пожаловать в футбольный манеж. Мы находимся в Минске. И прямо сейчас увидим второй тайм сборной Исландии и сборной Израиля. Команды уже появились на поле после первых 40 минут встречи. Счет 0-0. В ближайшее время познакомим вас с заменами, если таковые, конечно же, были. Пока только в первом тайме, буквально через 10 минут после начала игры, был заменен голкипер сборной Исландии Арин Бьёрнсон. Игрок Вулверхэмптона покинул поле, а на поле оказался Виктор Руйнер Одгерсон. Итак, видим мы, что команды готовы. Не все еще представители сборной Израиля появились. И вот мы видим, что все-таки будут замены. Будут замены. Если правильно я вижу, то готовится Амри Шамир появиться на поле. Игрок номер 15 сборной Израиля. И вместе с ним еще один игрок. Номер 11. Элиам Кончепольский. Концепольский, простите. Итак, последние указания дают тренеры своим игрокам, а вот и представители Исландии тоже подошли к арбитру. Видим мы, как готовится выйти на поле Хлюнер Фрейд Карлсон, номер 19. Сейчас он окажется здесь. И вместе с ним выйдет еще один игрок, номер 3, Грумер Инги Гримсон. Давайте посмотрим, кого же они заменят. Сейчас продемонстрирует нам арбитр встречи замены наших команд. Кто же поле покинет, а кто на поле окажется. После чего мы будем готовы к стартовому свистку и будем наблюдать, как еще в течение 40 минут минимум команды поборются за победу в этом матче. Напомню, что для сборной Израиля нужна исключительно победа. В любом ином случае лидером группы станет сборная Таджикистана, которая сыграла свою же 3 встречи и в последнее одолела грузин со счетом 2-1. Ну а теперь давайте понаблюдаем за вторым таймом. Начали. Номер 17. Ала Элдин Игбара появился на поле в составе сборной Израиля тоже в это время. Но сейчас мы увидим, кто все-таки поле покинул. Шенхав не покинул мяч, пределов в поле. Паз. Пас на Сабоха. Как-то активнее начали израильтяне второй тайм. Из-за боковой вводят мяч израильтяне. Ввели мяч в игру. Будет ли навес? Навес будет. Есть кому там запнуть эту передачу. Такая скидка в исполнении паза сейчас была. Однако не нашла она адресата. Сильно вперед отправляют исландцы мяч. Ускоряется там Тирфингсон. Однако за мячом не успевает. Ведут из-за боковой игроки Израиля. Шенхав. На Мадмуна. Заменили в составе команды Израиля. Substitutions for the team of Israel. Опытный игрок под номером 3 Шамиди Алай. Доступный игрок под номером 15 Шамир Алай. Итак, Шамир Амри вышел вместо Элая Шафики в составе сборной Израиля. И Абу Аях Мухаммед покидает пределы поля в составе сборной Израиля. Как раз думаю, где же делся этот рослый нападающий? Нет его в составе. Был здесь толчок в спину.
со стороны только вышедшего на замену Карлсона. Также были произведены замены в составе команды Исландии. Первый партнер был номер 5, Айданин Александрсон. В игру вступил игрок под номером 3, Григор Ильин-Гринсен. Также были партнеры 6. Двойные замены в составе обоих команд после первого тайма. Шманди у мяча. Интересное стандартное положение. Разгон, удар. Был все-таки навес на дальнюю штангу. Туда, где рослый Сабох. Именно ему адресовалась эта передача. Однако не дали ему добраться до мяча. Но перевели на угловой. И сейчас одно стандартное положение меняем на другое. После штрафного мы видим, как Мадмун подошел к угловому флажку, чтобы подать угловой. Разыгрывают. Шманди может бить. Под удар именно так и было. Но удар не точный и сильно вправо. Сваливается, судя по всему, мяч с ноги у этого игрока. И уходит намного правее рамки голкипер. Отгерсон ведет мяч в игру. Скидка головой. Перехвачен мяч израильтянами. Оскарсон. Победителем выходит из дуэли Стирмисон. Перехватили мяч. Выход 1-1. Офсайд зажигает главный арбитр. Согласен с ним абсолютно. На 45-й минуте это случилось. И мяч ведут в игру островитяне. На левом фланге бросил здесь Гислсон. Антонсон. Гримсон, вышедший недавно на замену. Забегание Хлинсона мы с вами наблюдали, но оно ничем не закончилось. Мяч был перехвачен, отправили его израильтяне в аут. Уже ввели исландцы обратный мяч в игру. Ох, вот здесь не увидел, как на Паза отдали передачу. Находился он спиной к воротам, но угрозу отвели. Мог быть опаснейший перехват, который мог привести к неприятным последствиям для сборной Израиля. Нир ищет, кому отдать. Шенхаф. Тирсингсон прокинул мяч своему оппоненту. Пенальти. Пенальти. Абсолютно согласен я с главным арбитром. На газоне находится Хлинсон, если мне не изменяет память. А нет, это все тот же Джурич, которого периодически он напрягал своим присутствием и своими действиями обороны израильтян. Ну и в итоге только нарушив правила сумели остановить Дэна Джурича. И увидим мы пенальти. Думаю, что Джурич сам его и исполнит. Итак, Джурич. Девятка против номера 18-го Нира Двира. Нир или Джурич. Делайте ваши ставки. Изменится ли счет на табло? Джурич бьет и разводит голкипера вместе с мячом по разные стороны. Отличный удар, отличный гол. 1-0. Джурич выводит команду Исландии вперед на 47-й минуте. Поздравляем исландцев. Изумительно реализован этот момент. 1-0. Сборная Исландии выходит вперед. Ну что ж, продолжим. И играть нам еще не меньше получаса. Все может случиться за это время. Увидим сейчас, как изменится рисунок игры сборной Израиля. Каким же образом они будут подбирать ключи к обороне, которую выстраивают исландцы. Нельзя сказать, что эта оборона
блещет сегодня. Были свои моменты, конечно же, но, тем не менее, первый гол. Джурич записывает еще один гол на себя в этом турнире. Было нарушение правил. Нарушали здесь на Сабохе островитяне в районе центрального круга. Ну, ничего страшного не случилось. Был здесь близок Хлинсен к перехвату, однако мяч оказался игрока сборной Израиля. Здесь нарушение правил. Да, попало по ногам здесь абсолютно точно. Нужна ли помощь игроку Исландии? Сейчас мы узнаем, будет ли появление медицинской бригады этой сборной на поле. Нет, визуально все вроде бы неплохо. С номером 19, с Карлсоном, который недавно появился на поле. Не хотелось бы, чтобы он так быстро его покинул. Практически 10 первых минут сыграно. И счет уже 1-0. Сборная Исландии лидирует в этой встрече. Хорошо сыграли на втором этаже. Здесь все-таки прервали опаснейшую передачу. Отлично здесь было сыграно Гримсоном, который также недавно появился, вышел на замену. А здесь рвутся израильтяне справа. И все-таки мяч покидает пределы поля. Угловой, говорит боковой арбитр. Ну, ему виднее определенно. Стандартное положение у ворот исландцев. Навес в район 11-метровой отметки. Зажигают свечу защитники исландцев. И побежали вперед. Хороший бросок. Все тот же Джугич бежит вперед, но слишком сильно отдает пас на капитана, на гудмундира Гирфингсона. И первым на мяче оказывается вратарь. Могло очень опасно получиться. Будет немного поточнее Дэн со своим пасом. Ну, что сделано, то сделано. Перевод на Эшманди. Разрезающая передача просто пронзает оборону исландцев. Но первым на мяче оказывается вратарь. И Отгерсон начнет атаку своей команды. Еще полчаса играть двум этим сборным. Напомню, что мы с вами наблюдаем за матчем Кубка развития 2020 года. Сборная Исландии и Израиля решают свои турнирные перспективы в течение ближайшего получаса. Джурич. Один справа встречают его. Что будет делать Джурич? И Джурич пробивает. Не смог здесь замкнуть. Каким-то непонятнейшим образом разминулся Харрельсон с мячом. По-моему, даже предъявлял там Джуричу, мол, зачем так сильно? Причем был еще один игрок Исландии чуть дальше, в районе дальней штанги. В нескольких метрах от нее. Вот так, не получилось замкнуть. Хорошо здесь все сделал Джурич, не может быть к нему вопросов. Мог еще и ассист на себя записать. Опасно может получиться, бежал здесь Хлинсон, но опередили его защитники сборной Израиля. Еще одна пронзающая передача и второй раз уже кинжальный такой разрез. Периодически выводят Аллы Эдена Игбара на ударную позицию. Второй раз уже. Ну, нужно сделать выводы, наверное, защитника сборной Исландии. До того, как появился Гримсон на поле, такого мы не наблюдали. Но, правда, и Гримсон появился в защите, а там Игбара появился в нападении у израильтян, которого периодически кинжальными передачами сначала пас, а до него Эшманди выводят на ударные позиции. Чуть-чуть не хватает точности этим передачам. И здесь, конечно, на опережении играет голкипер, за что ему тоже нужно отдать должное. При том, что, да, передачи, конечно, читаются. Сильно в район центральной отметки. Абсолютно непонятный удар. Сдалека, сходу наносит Шенхаф. Понятное дело, не могут быть довольны партнеры по команде. Но что сделано, то сделано. Мяч ведут игроки сборной Исландии. Отгерсон. Разбег, удар. Из
израильтяне первые на мяче. Бежал там Ибрахим Бадер, за этим мячом поборолся. В итоге мяч будут вводить игроки сборной Израиля за боковой. Показалось, что далековато мне его вводили от точки, где он покинул поле. Однако, ну, есть как есть. Готовится очередная замена в составе сборной Израиля. Логично, что нужно менять картинку игры, нужно что-то менять в положении команды. Здесь очень неплохо с двумя соперниками разобрался Оскарсон. Выкатывает направо на Джурича. Джурич находит в центре. Нет, показывает, вставайте. Не было здесь нарушения на Хлинсоне. Так, довольно картинно падал. Можно было и поверить, но арбитр все-таки находился близко и не смог вести его в заблуждение подобным жестом. Восьмой номер. Не было нарушения. Итак, двойная замена в составе сборной Израиля. Готовится. Номер 10 скоро появится. Нихарай и Фран. И номер 8 Олад Каплан. Вопрос пока, кто поле покинет. Ну что ж, номер 14 Йонатан Паз, которого мы видели, и несколько отличных передач его исполнении, обостряющих тоже было. И Элай Мадмун покидает пределы поля. Вместо него появляется Элад Каплан. Свежая кровь. Посмотрим, удастся ли этой свежей крови изменить положение сборной Израиля, которая пока терпит поражение с счетом 1-0. Сильно вперед. Джугич бежит за мячом. Догонит Ли. Догнал. Освобождается от опеки. Простреливает район. Центр штрафной. Можно бить. И вот он, удар не очень внятный получился. Удар у номера 19-го. Карлсон не очень приложился по мячу. Можно было пойти, если сыграть. Но, наверное, немножко поторопился в данной ситуации. Момент упущен. Ну что ж, показывает периодически себя Джурич не только как интересного нападающего и реализатора 11-метровых, но и как человек, который может отдать хороший последний пас. Видели мы уже два момента. Здесь Бадер рвется на фланге. Вставайте. Ну, конечно. Картинное падение в исполнении Анара Ишманди. К чему не привело. Рядом находился рефери встречи. Показывает, вставайте. Так, обменялись симуляциями игроки с обеих сторон. Видели мы падающего Хлинсона, а потом падающего Ишманди. Головой отдает мяч голкиперу. Сабох. Сабох направо. Джугич. Хлинсон. Играет с Джугичем. Потерял Джугич мяч. Не было там нарушения правил. Здесь тоже не было. А нет, все-таки свистит все-таки голкипер. И здесь на Рой Шнхави нарушали правила островитяне. Поэтому стандартное положение в пользу сборной Израиля. 57 минут сыграно в этой встрече. Практически половина второго тайма уже позади. Все меньше времени для того, чтобы израильтянам не только сравнять, потому как ничья их тоже не устроит, но и выиграть эту встречу для того, чтобы пробиться в финальную часть турнира. Свежая десятка освобождается от опеки дважды, прошу заметить. Нихорай и Фран это был. И в итоге угловой он зарабатывает для своей команды, который сейчас и осуществят представители сборной Израиля. Видели мы, что довольно опасно разыгрывают израильтяне угловые. Перейдет ли количество угловых в качество, мы увидим в самое ближайшее время. Разбег, подача в штрафную в район центрального круга. Скидка это была, вот здесь защитник. 12 номер мог нанести удар, но у Сабоха не получилось нанести его акцентированно. Там не очень удобное положение у него было. Причем, насколько я знаю, он правша, удар наносил с левой, поэтому ничего путного из этого пока не вышло. 58-я минута игры.
Одгерсон. Сильно вперед. В районе центрального круга оказывается мяч. Первым до него добирается Харальдсон. Включается в игру Гислосон. Сильно направо, туда, где Джугич, но не добирается Джугич до мяча. Все больше мы видим, что он все больше скатывается, так стягивается на правый фланг. Периодически им обостряет. И несколько раз видели мы пару прекрасных передач его исполнений, которые явно заставили понервничать и голкипера, и защиту, и тренерский штаб сборной Израиля. Сильно на свежего Ифрана. Ваут выбивают игроки Исландии. Последним коснулся мяч Антонсен. Быстро разыграли. Шманди. Бадер. Заблокирован удар Бадера. Угловой еще один в исполнении Израиля. Продолжается осада исландских ворот посредством угловых. Очередной угловой. Навес на дальнюю штангу. Добирался там до мяча Амри Шамир. Вот он и сейчас с мячом. Шенхав. Еще один угловой. Зарабатывает Шенхав для своей команды. Третий за последние 5 минут. Если не за последние 3. Большими силами идут израильтяне в атаку. Вот, понятное дело, что нужно им забивать. И забивать не один. Боюсь, что это может привести к контратаке. Исландцы очень быстро переходят от своих ворот к чужим. Бадер. В район центральной отметки. Первым на месте вратарь. Можно идти в контратаку. Сразу двое игроки лежат на газоне. Держатся за лицо номер 19 сборной Исландии Карлсон. И там же находится еще один игрок. Итак, исландская бригада медиков появляется на поле впервые за этот матч. Есть небольшой перерыв. Требуется помощь игроку. Используется эта пауза тренера исландцев для того, чтобы собрать ребят, дать им наставления, рассказать о том, как лучше противодействовать тому прессингу, под которым сейчас они находятся. Что же там с Карлсоном, как он себя чувствует, может ли продолжить встречу, потому что видимо, что игрок, который находился в штрафной со стороны Израиля, уже поднялся на ногах, все у него хорошо, а вот у представителей Исландии пока непонятно. Не хотелось бы, чтобы на таком турнире получить травму. Итак, нет, все-таки вместе с медицинской бригадой он выходит за пределы поля. Будет ли замена, мы сейчас увидим. Но пока несколько перестановок тактических со стороны тренера. Показывает он, как отныне, пока вдесятером остаются исландцы, как они будут играть. Будем надеяться, что все будет в норме игрока. Сейчас он переговорит с главным тренером и будет принято решение, необходима ли замена или может он продолжить игру. Обидно, только 20 минут встречи он провел на этом турнире, в этой игре. Большими силами Израиль идет вперед. Умудрился там все-таки отдать пас Алай Гбара. Все, включается в игру 19 номер сборной Исландии. Все неплохо. Может он продолжить этот матч. Пока для Исландии складывающийся крайне и крайне удачно. Близки они к тому, чтобы заработать свои первые очки на этом турнире. Ну, сборная мне нравится. Не знаю, как вам. Мне нравится эта сборная вот в этом матче. До этого, к сожалению, не был так близко знаком с тем рисунком игры и с той философией, которую проповедуют островитяне. Однако, пока впечатление очень и очень неплохое. Может быть, необходимо было время нащупать свой стиль здесь, как-то акклиматизироваться. Хотя, я думаю, что здесь даже все... Наша белорусская зима сейчас потеплее явно, чем в Исландии, как, в принципе, и всегда. При этом нельзя сказать, что у израильтян
сборная неудачная. Нет, интереснейшие игроки. Приятно наблюдать за очень многими в этой команде. Но вот не складывается пока. Показалось мне, что было там все-таки касание руки, но арбитр считает иначе. Доверимся ему. Стремится Израиль в атаку. Перехватывают мяч исландцы. Харрельсон. Нарушение правил. Подозреваю, что, возможно, первый горчичник сейчас мы видим. Кому там досталось с моей позиции, пока не видно, но будем надеяться, что не тому же многострадальному 19-му номеру Карлсону, хотя... Нет, это все-таки не Карлсон. Карлсон рядом поддерживает, говорит ему, крепись, дорогой. Сам только что был в такой ситуации. Сейчас тебя наши эскулапы на ноги поставят, продолжим играть. Так оказывают помощь медики, пока, к сожалению, не встает игрок Исландии. Будем надеяться, все у него хорошо. Замерли трибуны. Я пока даже не вижу, чтобы игрок шевелился, если честно. Настораживает это. Нет, есть... Идеальная тишина сейчас в футбольном манеже. Все переживают. Столпились игроки возле травмированного исландца. Так, это четвертый номер. Стирмисон. Судя по всему, готовится замена. Стирмисона, который неспешно покидает поле. Видно, что ему не очень легко дается каждый шаг. Вынужденная замена в составе сборной Исландии. Биргер Штейн Стирмисон покидает пределы поля. Джугич. Отлично сыграли. Троих обводит Джугич. Падает в итоге. Нет, говорит рефери, не было там пенальти. Сразу троих накрутил Джугич на фланге. Отличнейшее впечатление остается от этого нападающего в этом турнире. Ну, а готовится Палсон появится на поле, номер второй. Якоб Франц Палсон, а заменит он, судя по всему, Биргера Штейна Стирмисона. В атаке сборная Израиля. Вратарь на месте. Итак, на 67-й минуте. Явное нарушение правил. За руки сзади держали Джугича. Но сложно уже что-то придумать. Сложно. Джугич неудержим в этой игре. Мы все помним и пенальти забитый, потому как не смогли по-другому его остановить. И видели мы, как только что троих игроков сборной Израиля оставило с носом. И, однако, все-таки потом потерял мяч штрафной. И не довершил, не довел момент до логического завершения в виде удара, либо гол. Поэтому здесь ничего не остается, как держать его прям очень плотно, опекать. И именно поэтому сейчас Хлинсен, игрок Аякса, вводит мяч в игру. Не очень понятно, что хотели здесь сделать исландцы, потому как видно было, что несколько игрокам пришлось оставить свои первоначальные позиции, чтобы просто не дать мячу выйти в аут. Хлинсен
проигрывает борьбу на втором этаже. Оступается здесь десятка. Харльсон. С мячом Харльсон обыгрывает. Одного-двух. Освобождается от опеки. Индивидуально очень неплохо смотрится Харльсон на этом турнире. Джугич достает и все-таки остается с мячом исландцы. Джугич один. Судья говорит, не было там ничего, хотя по мне стык оказался жестковатым. Выносит исландцы мяч. Делает это Антонсен. Чуть больше 10 минут нам наблюдать за перипетиями этой встречи. Шамир. Сабох направо. Белсон. Оступился, чуть не отдал мяч. Просто так Белсон своим визави. Харальдсон. Есть там Джугич. Последует Джугичу. Джугич. С ним сразу двое защитников израильтян. В центр. Удар сходу. Добирается там Харальдсон до мяча, однако не дают ему пробить. Сразу четверо израильтян. Пятый присоединяется. Только впятером смогли забрать мяч у десятки. У Харальдсона. Уже в контратаку бегут израильтяне. Бадер здесь один. Удар. Неточный удар. В исполнении Ибрахима Бадера. Еще одна двойная замена у сборной Израиля. За оставшиеся 10 минут бросаются в бой свежие силы в надежде изменить положение команды, которая пока явно не завидная. 1-0 явно не тот результат, с которым, на который рассчитывала сборная Израиля, выходя на этот матч. Итак, кто поле покинет? Готовится к выходу номер 11. Ильям Канцеловский. Джугич бежит вперед. Какой выход! 1-1! Как здесь не реализовал этот выход? Хлинсон, объясните мне дважды. Ну что ж, друзья, еще один 11-метровый. Вот так-то. Возможно, двойная замена уже и не так нужна для сборной Израиля. Очередной пенальти. Неудержима сегодня линия нападения. Неудержима. Ничего не могут сделать защитники израильтян против нападения, против того натиска, который оказывает на них сборная Исландии. И вновь мы видим Джугича, который, возможно, запишет еще раз свою фамилию в протокол сегодняшней игры. Против него все так же Нир. Джугич. Дэн Джугич берет разгон. Удар и вновь разводит по разным углам мяч голкипера. 2-0. Тяжело представить себе, что сейчас творится в головах двух игроков Израиля, которые сейчас выйдут на замену. Да о чем говорить? Что вообще творится в голове у тренерского штаба и как себя чувствуют игроки на поле? Вот так. Дэниел Дэн Джугич. Итак, покидает поле номер 5, Рой Шенхав. Вместо него появляется номер 13, Салем Хамуд. И номер 11, Эльнам Канцеловский. Покидает поле Элад Каплан. Сам недавно вышедший на замену, тоже покидает пределы поля. И
Высоко прессингуют своих соперников островитяне. Почувствовали они кровь и бегут забивать еще. Сложно что-то придумать, мне кажется, за оставшиеся 8 минут, если нет какого-то суперплана, который сейчас должен просто разрушить игру исландцев и тренерского штаба Израиля. Это будет очень и очень тяжело. Времени нет. Да, ввели молодую кровь, но хватит ли этих ресурсов для того, чтобы изменить положение команд на поле? Для меня пока большой вопрос. И я, при всем уважении к сборной Израиля и игрокам, пока не вижу того инструмента, за счет которого могут они переломить исход этой встречи. Пробирается сквозь в атаку противников Клинсон. И все-таки угловой. ...2-0 и опасный угловой в исполнении сборной Исландии. Умеют островитяне удивить. Сейчас мы посмотрим, как будет идти эта встреча. Попытка... Повторюсь, что я говорю в первом тайме. Попытка сыграть в стиле Тони Кросса, такой закрутить мяч в вратарскую, а лучше сразу отметиться голом в исполнении Гислессона, не увенчался на успехом. И израильтяне идут в контратаку. Ну, собственно, а что же остается им делать? Главный у меня вопрос. Да ничего, собственно, ничего. 6 минут еще нам наблюдать за этой встречей. Уверен, что будет время компенсированное, которое арбитр добавит к этой игре. Но пока вот... Пока, несмотря на замены, рисунок игры сильно не поменялся. И пока счет все тот же. 2-0. Оба мяча провел в ворота противников Боян Джурич. Оба из них с пенальти. Клинсон. Вперед туда, где рвался Оскарсон на рандеву с голкипером. Однако там умело играют израильтяне корпусом. Неплохо в этой игре представитель Аякса Клинсон. Очень неплох Джурич, который отметился дважды сегодня. Штатный Галиадор. Штатный исполнитель стандартных положений. Сильно вверх. Не надо так, показывает арбитр. Ну что ж, а что остается исландцам? Можно поиграть здесь на отбой. Даже давайте предположим, если один мяч все-таки израильтяне отыграют, надо отыгрывать еще один. А тем не менее, даже если не забьют два, турнирных амбиций, на которые израильтяне наметились, не решает. Даже два гола. Нужно забивать третий для того, чтобы одерживать победу, занимать первое место в группе, ну а там уже смотреть, как сложится дальше. Исландцы полны решимости выиграть свою первую встречу на турнире. Она же и последняя для них. Шучу, конечно же, нет. В групповом это последняя. Дальше мы видим игры за места, за позиции. Но в группе это последняя игра для сборной Исландии. Джурич. Несколько раз здесь они отыграли с Харальдсоном. Клинсон. Перехватили мяч. Израильтяне сильно вперед. Туда, где бегает, ну, относительно свежий, наверное, еще и Ефран. Но не точно. 78-я минута. Нарушение правил, да, был там стык. Совершенно согласен с арбитром.
обыгрывают на фланге. Это Оскарсон, если не ошибаюсь. Нет, простите, это Гислсон. Ох, сподобился на удар, там еще умудрился. Вы посмотрите-ка. Угловой мы видим еще один в исполнении сборной Исландии на 78-й минуте. Близок к завершению этот матч. И пока он близок к завершению в пользу островитян со счетом 2-0. Ну что, сподобится, может быть, на третьей исландцы? Хотелось бы, потому как оставляет отличное впечатление о себе эта сборная. Сожалею, что не все матчи их увидел в прямом эфире, которые до этого они сыграли на турнире. Было бы интересно сравнить. Если вы видели, то наслаждайтесь этим сравнением. Потому что сегодня исландцы смотрятся, ну, очень хорошо. Мое личное мнение, ни в коем случае не претендую на истину, не навязываю его. Но мне эта сборная определенно в этом турнире нравится. Подача на ближнюю штангу. Первым на мяче оказываются представители Израиля. Здесь так хороший такой стык шел капитан сборной Исландии. Прямо двое израильтян были против него. И Тирфингсону тут немного как будто и досталось. Но с мужеством закаленного потомка викингов он выносит это испытание двумя противниками и продолжает атаку своей команды. Хамут. Шамир. Ифран. 4 минуты добавляет рефери. Еще 4 минуты мы пронаблюдаем за этой игрой. Белсон здесь сделал пас пяткой, технично не глядя, но там никого не оказалось. Еще одна замена будет в исполнении сборной Исландии. Я думаю, что это уже тактический ход. Зацепился здесь Хлинсон за мяч. Тюрфингсон. Подождал, пока подтянулся Оскарсон. Оскарсон сильно мог там забегать. Забегал там десятка. Могло получиться у Харальдсона, однако прервали эту передачу защитники сборной Израиля. Ифран держит мяч в соло, дает направо. Не успевал там Ариэль Белсон за этим мячом. Мяч покидает пределы поля. Еще одна замена у сборной Исландии. В ближайшее время мы увидим. Номер 17 готовится появиться. Адольф Биргенсен. Успеет ли Биргенсен появиться? Сильно вперед. Вот такой, наверное, не то удар, не то заброс в исполнении девятки. Вездесущего Джурича. Хорошую игру проводит этот парень. Сегодня интересно будет наблюдать. Думаю, что я буду наблюдать периодически за его карьерой. Интересно будет, как он раскроется. Останется ли он в профессиональном футболе. Либо найдет себя в жизни в чем-то ином. Ну, хотелось бы. По крайней мере, впечатление о нем самое наиприятное. Покидает мяч пределы поля. А вот, Лидана, еще одна замена в составе сборной Исландии. Появляется Адольф Биргенсен. Даниэль Дэн Джурич под аплодисменты покидает пределы поля. Времени совсем немного. Посмотрим, успеет ли себе Биргенсен хоть как-то проявить. Нарушение правил. Немножко потолкали здесь ребята. Конечно, зашкаливает градус накала этой игры. Итак, видим желтую карточку, которую получает Харальдсон.
Выбивают игроки Исландии мяч подальше. Однако тут есть еще возможность мяч сохранить. И пользуются. А вот и первое в исполнении Бергенсона противоборство, из которого он выходит победителем. Выбивает мяч уже, не глядя просто. Оскарсон. Уронили там Бергенсона, только вышел на поле. А вот и все, уважаемые игроки, уважаемые любители футбола. Все, кто сегодня наблюдал за противодействием, противоборством Исландии и Израиля. Одна из команд все-таки выиграла эту встречу, несмотря на то, что 0-0 у нас было в первом тайме. Второй тайм завершается уверенной победой сборной Исландии. Поздравляем исландцев с набранными очками, сочувствуем поверженным. Друзья, смотрите белорусский футбол. Очень скоро еще один матч. Один из моих коллег уже здесь, готов радовать вас новой встречей, новым праздником футбола на Кубке развития. Увидимся. Любите белорусский футбол. До новых встреч, друзья. С вами был комментатор АБФФ Павел Быков. Увидимся.